Всем привет! Пришла посылочка из Китая. Как мы видим, ребята, это очки для плавания. Ну, давайте посмотрим, что это за очки, как они выглядят. Хотите сэкономить до 90% на покупках сайта AliExpress или других интернет-магазинах? С помощью кэшбэк-сервиса EPN можно сэкономить достаточно приличную сумму денег. Ссылка на сервис EPN, а также на видео с инструкцией в описании под этим видео. Откроем такой футлярчик. Значит, сейчас мы отсюда все выкинем вот так вот прямо. Значит, зацените вот футлярчик сам. Достаточно стеклянный, такой прикольный. То есть можно очки в него ложить. И, собственно говоря, все здесь лежит, никуда ничего не выпадет. А что не выпадет отсюда, давайте посмотрим. Так, это туда. У этих очков есть вот такие вот затычки. И это затычки для ушей, чтобы туда не попадала вода. Давайте достанем, посмотрим, как они вообще выглядят. Так, в общем, они достаточно силиконовые, вот эти штуки. Затычки для ушей гибкие. Вот. И, собственно говоря, раз так, уши заткнули, нырнули, и вода в уши не попадает. Дальше. Значит, сами очки. Ну, как вы видите, здесь есть специальная защита от воды. Тоже все это мягкое, силиконовое. Достаточно такое приятное на ощупь. Очень такое тонкое, но, я думаю, достаточно прочное. Прочное и очень хорошо тянется. Это вот имеется две регулировочки для того, чтобы за голову цеплять. Ну, очки, чтобы сидели хорошо на голове, на глазах, значит. Вот. С одной стороны и с другой. Вот здесь есть регулировочки. И, в общем-то, можете сами уже настраивать, как вам надо. Но я думаю, что вот с такими вот штуками достаточно плотно, хорошо это все сидит на глазах. И, думаю, вода попадать уж точно не будет. В общем, ребята, сами очки стоят недорого. Примерно 400-450 рублей. Я заказывал их за 430. Там плюс-минус, как всегда, на Алиэкспрессе. Все меняется. И если вам нужно, можете заказывать. Также там будет ссылочка на другие разные очки. Ну вот мне понравились вот эти вот. Стоят недорого. И, в общем-то, я думаю, что все достаточно прочно и вода попадать не будет. А понырять я очень люблю. Наверное, так же, как и вы. В общем, такой короткий обзорчик. Желаю вам хорошо провести лето. И всем пока.